Мне сегодня очень радостно быть, поскольку я уже на исходе лет прожил почти 195 лет. И мне радостно, что я сегодня участник этих событий, тем более нашему полководцу, с которым мне приходилось встречаться два раза. Один раз при форсировании Днепра, при взятии Киева, а второй раз я его провожал в путь, когда он умер. Поэтому для меня он является полководцем нашей страны, и под его руководством мы одержали великую победу.